Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Когда неделю назад я показывала вам видео, как резать томаты пополам для улучшения качества вытянувшейся рассады, я сама не резала, а рассказывала вам просто теоретически. Вот сейчас я буду резать сама и покажу вам еще раз, как это делать, и расскажу, для чего я это делаю. Но у всех разные причины. У кого-то, например, просто вытянулась рассада, и те единственные 20 или 40 штук падают, и нужно ее исправить. Вообще, я говорила, что применяют в разных случаях. Бывают, просто хотят увеличить количество. У меня другая ситуация. Я всегда высеваю немного побольше, на крайний случай там. Ну, всякое бывает. Вдруг черная ножка, вдруг сломается, упадет стеллаж или еще что-то. И вот когда я снимала то видео про резание рассады, я еще не знала, сколько мне нужно будет и сколько уйдет у меня рассады. Но сейчас все места в теплице уже заняты, а томаты раннего посева остались. Причем остались крупные, хорошие, прям с толстыми стенками, даже цветущие. Поэтому совсем отказаться я от них не могу. Вот посмотрите, какие у них толстые стволики. Прям толстые стволы, хорошие. Они сеяны рано, они уже цветут, и они дадут рано урожай. Но я теперь их оставляю для открытого грунта, а так как сеяны они рано, они не доживут до открытого грунта в нормальном состоянии. Ясно, что они... Вот сейчас, видите, вот этот весь лоток у меня упал, несмотря на то, что они толстые. Ну как, им надо куда-то, они дожили, доросли до какого-то, ну, расстояния. Вот они уже взрослые, видите, одна цветочная кисть, вторая. И все, они упали. Но я хочу их сохранить и посадить в открытый грунт. А для этого мне нужно, конечно, их обрезать. Я вот сейчас обрежу прямо в лотке. Эти оставлю, вот кочерышки здесь, нижнюю часть. И, возможно, я, может быть, буду их использовать, может быть, не буду. Я посмотрю на их состояние. Но вот эти верхушки, которые с бутонами, цветущие, я, конечно, постараюсь оставить. Поэтому вот в моем случае мне не важно, низ у меня останется, не останется хорошим. Я просто вот так сейчас разделю пополам. Но я вам уже говорила, что режем обычно после 5-6 листа. Так, ну вот так отрежу. Я не высчитываю, потому что мне низ, возможно, и не пригодится. Мне нужно вот этот вот верх с плодовыми цветочными кистями. Почему я хочу их оставить? А, сейчас я покажу. Дальше я их вот налила воду в банку. Я их поставлю в банку. Они будут у меня стоять в баночке. Через несколько дней, когда появятся у них корешки, я их просто-напросто снова посажу или в лоток, или в стакан. Ой, сейчас я вам покажу. Подождите. Корни у томатов образуются очень-очень быстро. Вот я занималась рассадкой томата, остались лишние. Вот видите, что сунула их в стакан. Вот, пожалуйста, вот такими же корнями покроются и вот эти мои обрезанные верхушки. Я их заглублю, а вот эти вот верхние части начнут расти дальше. Почему хочется мне их оставить? Потому что вы понимаете, что они уже взрослые, и они дадут урожай. Вот они, кисточки. Конечно, намного раньше, чем те, которые высеяны второй уже волной. Второй волной у меня очень много. Они стоят крепкие, толстые такие, коренастые, хорошие. Но у них нет еще ни цветочных кистей, ничего. А вот эти вот помидорки, мне кажется, они когда после укоренения дадут намного больше, ну как раньше, урожай. Они же раннего посева. Ну и вот одна девушка уже написала после того видео комментарий, что нижняя часть, верхняя хорошо плодоносит, а нижняя часть дает мало плодов. Как она написала, попробуйте, если вам отрезать голову, ну и что типа ничего хорошего не будет. Но вот я ей написала, ответила, что мы же делаем это только в экстренных случаях. Конечно, никто не будет хорошую, прекрасную, коренастую такую стоячую рассаду резать. Мы режем ту рассаду, которая... Без этого никак не доживет и не выживет. Вот у меня, вы видите, что они валяются. Вот лежат уже, все переплелись. И сорт хороший, и посеяно рано, но просто они оказались лишние, не пригодились. Сеяла на запас, на случай, там,
дополнительной подсадки или чего-то, но обошлась без них. Все места в теплице заняты, а куда им деваться? Они вот у них уже даже, смотрите, даже на стеблях уже дополнительные корни. Они хотят расти дальше, хотят жить. Я, конечно, дам им шанс, оставлю их. И потом вам покажу, какой урожай будет с обрезанных верхушек и какой урожай будет с тех, которые я посадила, ну, просто корнями не обрезанными. Некоторые говорят, что вот такие обрезанные верхушки дают еще даже больше урожай. Но они же не, если сохранятся, если вырастут хорошо, то вырастут. А если не вырастут, будут, ну, как-то плохо развиваться. Но останутся, просто у меня останется вот это же количество кустиков, которое было здесь в лотке. Их тут, по-моему, 30 было. Просто верхушечная часть, все. Вот я сейчас, где у меня ножницы-то? Я сейчас все эти томаты обрезаю. Я обрезаю, не считая, потому что я еще раз повторяю, что мне важны не нижние части, а только вот эти вот вершинные верхушечки. Вот я сейчас вот эти верхушечки все соберу, поставлю. И через сколько дней потом они появятся у них. Вот хорошая верхушечка. Может быть, даже выберу только толстые хорошие верхушки. Все. Продолжаю резать рассаду. И еще раз говорю, что режем. Я режу только в исключительных, в экстремальных случаях, когда уже с ней ничего больше не сделаешь, вот как сейчас. Вот она лишняя осталась, выбросить рука не поднимается. И жалко, что она уже с бутонами. Я сейчас попробую все-таки ее укоренить, вот так обрезанную, и с нее получить урожай в открытом грунте. Хотя она была посеяна для теплицы, но ей там не хватило места. До свидания. С вами Ольга Чернова. Еще одно видео на тему режем томаты. Вот я сейчас всю лишнюю рассаду пущу под нос, под нож. Всю разрежу и потом посажу в открытый грунт. Все.